Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть в American Truck Simulator. Время утро, 9 час, сижу вот за столом, позавтракал. И теперь можно ехать в путь. Уезжаем потихонечку на новом грузовичке. Надо сейчас посмотреть, сколько нам еще ехать. 400 миль. Думаю, сейчас долетим быстро, груз легкий, и заработаем 66 тысяч. Хорошие деньги. Вообще, надо, по идее, мне расширять гараж, копить деньги на расширение гаража. О, кого-то тормознули. Смотри, колесовоз тормознули. И с той стороны что-то случилось. А что случилось, товарищ, только это? Непонятно. Что-то там прямо пробочка такая. По эту сторону-то, по мою-то, лесовоз тормознули для проверки. Может, вилял ехал. Двигайтесь прямо. Короче, какое-то подозрение он вызвал. Две патрульные машины, вроде две. Вот одна меня только что обогнала. И чуть дальше вроде тоже патрульник. Так, давай перестраиваемся. У нас там сужение дороги. Надо тормозить все тут. А, там впереди грузовик держит трафик. Идет. Ну что ж, придется плестись. Ничего не поделаешь. Держитесь правее, затем поверните направо. Так, заехал в какой-то маленький городок тут. Поверните направо. Такой небольшой городок. Да, две патрульные впереди. Смотри, все прямо в эту очередь. Thank you.
Двигайтесь прямо. Чего у нас тут? Держитесь левее. Хоть налево, у нас там чисто. Чисто. Держитесь левее. Держитесь левее. Миль остается проехать. Двигайтесь прямо. Стоянка грузовиков. Ой, не грузовиков, а этих внедорожников. Так, а мы заезжаем в какой-то город. Надо поосторожнее здесь. Сейчас еще кольцо будет впереди. Кольцо. Двигайтесь прямо. Это не кольцо, это чисто дорога огибает, можно сказать. Да, все, проехали его. Это маленький городок был. Двигайтесь прямо. Дальше степи какие-то. А, у нас сейчас скоро съезд будет налево. Судя по всему, это под мостом будет. Хотя не факт. Сейчас посмотрим. Держитесь левее, затем съезд слева. А, значит, все-таки не под мостом. Съезд слева. Ух ты, я тут сейчас полосу-то займу. Ничего себе тут у них. Так, чисто. Тут у них односторонний получается. Двигайтесь прямо. Поехали, пропускают. Ну и развилочка тут у них. Сразу тут налево. Обалдеть. Поля уже, что там, собрали, да, урожай уже. Такое ощущение, как будто перепахали поля, но нет, не перепахали. Вон тут у фермера какие-то буренки, да, животинку держит, смотри. Небольшое такое поголовье. Смотри, рогатые, я таких, по-моему, да раньше тут и не видел. Также лошади у него тут есть. Нормально так. Фермеры тут занимаются. А тут слева что-то дорога осыпалась. Ну, не дорога осыпалась, но тут так земля прям так осыпается частенько. Обвалы.
блин, что-то я тут не глядя так выехал на обочину. Да, тут асфальт такой вот ломаный какой-то. Местность такая интересная. Справа была площадочка, можно остановиться, отдохнуть. У нас сейчас выезд налево будет. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Так, заезжаем сюда. Что тут есть разгонная полоса, да, а то бывает так, что сразу вклиниваешься. Но надо перестраиваться. Двигайтесь прямо. Продолжаем ехать, остается ехать примерно 100 миль. Так вот, по поводу гаража, нужно мне накопить для улучшения другого гаража, который у меня есть, 180 тысяч для первого его, для первого расширения нужно довольно-таки много денег. Если вот второй гараж или свой, ну не точнее не второй, а самый первый, который у меня был, я его расширял на 100 тысяч последний раз. А этот нужно на 180 тысяч, чтобы расширить. Довольно-таки немаленькие деньги-то. Надо будет еще водителя нанять все-таки. Приедем, привезу груз, надо будет посмотреть водителей. Посадить на трак, который свободный. Затем съезд справа. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Сирена где-то. Тут какой-то промышленный район. Какие-то заводы кругом, вот, перерабатывающие вон там. Грунт какой-то. А, это скорее всего это здесь. Цементный завод, потому что вон эти стоят, бетономешалки. Ну да, это цементный завод.
электростанции всякие тут, да. Уже металлобазы всякие. Двигайтесь прямо. Блин, поехали, поехали. Прямо поехали. Так, остается проехать. Ух ты, авария. Миль 50 где-то. Ничего себе тут. Борт ему разорвало. Коробки вываливались. Обалдеть. Опять что-то при обгоне там кто-то кого-то шаркнул. Короче, остается ехать 50 миль. В запасе у меня 7 часов будет даже. То есть я с большим запасом иду. Так, тут переезд. Пробочка небольшая собралась. Только что поезд прошел. Тут движуха-то. Так, мы едем прямо. Слева заправочка у нас есть. Блин! Что-то этот седан меня чуть это напугал. Кто-то по лесам. Под фуру. Двигайтесь прямо. Так, мне бы перестроиться вроде надо. Ладно, пока. Потихонечку едем, но надо будет, наверное, да, мне потом поворот налево будет. Пусти меня. Остается совсем чуть-чуть по времени уже. Там буквально 2-3 мили. Кстати, время-то уже. Я что-то думал, я раньше приеду, а время уже на самом деле 17:29. Ну, как раз груз сдать куда-нибудь на ночевку. И на следующее уже утро брать новый заказ. Держитесь левее, затем поверните налево. А, это у нас мойка тут стоит, да, судя по всему? Справа. Ничего себе, ну что там? Красный горит. Перекрыли. Ничего не поделаешь. Стоим, ждем, когда нам зеленый дадут. А я не успею проехать, нам надо будет еще стоять. Очень неудобный перекресток получается. Че я тут проехал-то? И снова стоим на красный. Какую-нибудь потом бочку себе купить. И, ну, тоже различные эти прицепы, чтобы грунт какой-нибудь возить, жидкости. Так, ну что там, хорош держать-то. Давай зеленый уже. Во. Готовимся.
поверните налево. Фура, гони быстрее. Встречку пропускаю. Снова красный горит. Да очень это короткое время. Поворот налево горит очень мало. Ладно, мы третий стоим, ждем. Все, наконец-то, блин. Осталось проехать-то одну милю, а я тут на этом перекрестке столько времени потерял. Это просто жесть. Буквально милю проехать. Так, мне вот интересно, что это за место будет. Все-таки для космоса предназначено груз-то. Держитесь правее, затем поверните направо. Аж даже любопытно, в тот раз-то я не смог его довести. Игра обновилась, и поверните груз направо. Был утерян. Приготовьтесь к повороту направо. Ну, пока тут непонятно. Поверните направо. За место. Железнодорожная станция какая-то. Может, его дальше куда-то переправлять будет? А, ну да. Это просто приехали. Железнодорожная станция. Выход. Я-то думал, какой-нибудь это. Может быть, с ракетами что-то связано. Так, ну мы прямо встаем, конечно же. Было бы, конечно, прикольно, если бы какой-нибудь, знаешь, НАСА было, да? Приехать прямо к ним туда. А так мы просто приехали на перегрузочную станцию какую-то. Принимай. Так, сколько по итогу? 64 плюс... А, ну 64. 65 тысяч. Не 66. Я думал, что 66. Нет, 65 тысяч. Почти. Еще немного и будет 21 уровень. Так, где у нас персонал? Джейкоб Файланд какой-то, блин, ну и у него имя или что-то фамилия? Элизабет. Три водителя у меня. Надо четвертый. Кадровое агентство. Давай вот ближайшие. Фармингтон. Так. Джурай какой-то. Это у него хрупкий груз перевозки. Прокачанная. Здесь... Ребекка, опасные грузы. Опасные грузы и что-то связано. Блин, не помню, листочек какой-то. Здесь тоже хрупкие грузы. У всех хрупкие грузы прокачаны почти. А слушай, а вот этот Джурай какой-то, он
больше всех просит. И Ребекка тоже. Так, ну давай вот эту Ребекку возьмем. Нанять водителя. Так, и у нас, где у нас это, по-моему, нет, здесь я только. Вот, грузовик, да, вот это вот, на оранжевый грузовик ее сажаем. Все, отлично. Теперь у меня 4 водителя. Так, ну и прицепы, какие у меня прицепы? Вот такой вот. Низкая платформа в рейсе. Это трал, деревянный настил. Простаивает, никто не захотел его брать из водителей пока. Лесовоз в рейсе, отлично. Джейкоб везет большие трубы на нем. И контейнеровоз простаивает, тоже никто пока не захотел его брать. Так, ладно, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока. Кстати, на счету у меня теперь 82 тысячи. Неплохо. Осталось еще 100 тысяч. И можно будет расширять гараж. Всем пока.